Улица Куйбышева. В этом доме находится социальный фонд. Вот про этот бордюр или забор, как его назвать, не знаю. Давно уже, я показываю, года два. Опасное место и всем безразлично. Показывал сначала, что там он плитки отваливались. Видите, вот те плиты, вот там дальше падали уже. Вот очередная упала. Вот она, смотрите. И скоро он завалится. Это хорошо, что, может быть, здесь никого людей, прохожих не было. Вот она упала. Это вот недавно. Потому что я показывал, что в опасном месте что находится. Вот очередной тоже наклонился. Вот она, плита. Кого-то придавят. Нету никакого предупреждающего знака. Закрыть здесь надо проход. Пока кого-нибудь здесь не придавило. Это как понять, вы скажите, а? Реакции нету в администрации города. Показываем, говорим, ничего не видит, ничего не слышит. Не убираются улицы, у себя дальше шел. Так ничего и не убрали. Что сзади музыкальной школы, что вот здесь вот вдоль этого центрального банка. Все безразлично. И вот очередная, видите, вот плита упала. И вот, вот она следующая на очереди. Короче, бардак в Кисловодске продолжается. А мэр продолжает пиарить. И блокирует людей, которые ему пишут, обращаются к нему. И он на все плевал. Блокирует их. Повторяю, улица Матросова и переулок Зеленогорский. Никто эти вопросы не решает. Одни идут отписки. До новых встреч, Крокодил Ставрополя.